парк Рита Соломонова пришла вместе с мамой. Открытие летнего сезона девочка ждала с нетерпением. Для нее провести выходные на свежем воздухе гораздо лучше, чем сидеть дома у компьютера. В парке девочка учится кататься на роликах, читает книжки и принимает участие в интерактивных программах. Мы сюда с мамой часто приходим, и нам очень нравится проводить в этом парке очень много времени. И здесь очень весело проходят интересные интерактивные игры, очень много развлечений для ребенка. Просто ходим в парк, чтобы отдохнуть душой и телом, повеселиться. По традиции, администрация парка подготовила для маленьких гостей интересную развлекательную программу. Ребята могли выучить новые анимационные танцы, проверить свою эрудицию, разгадать загадки, а также принять участие в беспроигрышной лотерее. В первую очередь парк является местом притяжения детского населения нашего замечательного города. Именно их мы сегодня и встречали этими интерактивными программами. Ну и, конечно, какой парк без аттракционов? Полетать на вертолетах, освежиться на ветерке, покружиться на ракушке и прокатиться на водных каруселях. Все 14 аттракционов уже готовы принимать гостей. Как утверждают сотрудники парка, сезон 2018 будет насыщенным на события. Уже сегодня здесь готовится к празднованию 9 мая. И в этом году горожан ждут новые творческие мастерские, выставки и концертная программа. Начало праздника в 14 часов. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.